Ну что, соло, друзья мои, я приглашаю первого участника. Всем добрый вечер. Юлиана, привет. Я думаю, слова здесь лишние. Да. Давайте пожелаем Юлиане удачи. Ты ее знаешь из проекта «Танцы на ТНТ». Ты ее тоже знаешь. Я ей восхищаюсь. Поехали. Привет. Хочу с тобой вот что обсудить. Ты безумно видоизменилась внешне, технически. То, что ты сделала со своим телом. Я хочу понять, вследствие чего это произошло. Это рост, это, знаешь, это мания перфекциониста. Я называю это так. Последние 4 года мою жизнь занимает исключительно творчество, тренировки, танцы и сцены. Сейчас на проекте я осталась единственная девушка, кто танцует на каблуках в номинации соло. И, безусловно, это большая ответственность. Стрип — это очень конкурентоспособный стиль. Он абсолютно уже многогранен. Ты можешь танцевать о чем хочешь. Это исключительно наличие обуви на каблуках. То есть это не подразумевает какого-то сексуального подтекста уже давно. Это точно такой же полноценный стиль, где ты можешь самовыражаться с любой эмоцией, с любой историей. Человек на очень высоком уровне в том, что она делает. То есть она очень сильно верит в эту, в историю своего почерка, своего стиля, своей интерпретации. И то, как она это делает, это, конечно, очень круто. Я просто безумно люблю то, что я делаю. И, а люди просто это чувствуют. И я безумно рада, что я могу станцевать здесь на проекте, потому что проект — это тоже очередной огромный этап. Короче, я хочу продолжать только радоваться за тебя. Я не буду тебя отвлекать. Если тебе нужен настрой, я это очень понимаю. Сиди, продолжай. Все, спасибо, удачи тебе.